Христос воскресе! Приветствую вас на Первом Циничном канале. Друзья, как вы знаете, я уже давно не делал объявлений о предстоящих стримах. Ну, чтобы не загаживать канал, просто такого-то будет стрим во столько-то, а такого-то во столько-то будет. Раньше я это делал, но все-таки зачем вот эти пустые ролики, которые становятся после стрима неактуальны. Но сейчас исключение. Я сейчас сделаю объявление о стриме, а потом после стрима на этом объявлении будет ссылка в описании сюжета, будет ссылка на прошедший стрим. Ситуация действительно исключительная. Что за стрим будет и когда он состоится? Состоится он уже скоро, послезавтра, 5 мая в 13:00 по Москве. 5 мая в 13:00, то бишь в обеденный перерыв. Почему так? Почему в это время? Ну, как вы тоже знаете, буквально недавно Путин пообещал, что работать не будут, праздники будут майские у всех, почти у всех, за исключением там отдельных профессий, с 1 мая по аж 10. И мне огромное количество людей пишет, что мой там рабовладелец сказал, что мы работаем, так или иначе. То есть основная масса сидит, и все молчком, то есть официально не работают, а по факту сидят и работают. И потом забавно смотреть, как это же быдло откровенно идет на митинги, там, не знаю, Путина свергать. Так Путин вам выходные дал, елки-палки. Ну вы подчиняетесь какому-то князьку местного розлива, там, заведующий детсада, не знаю, главврачу, гендиректору, там, о, пиписька с ушами. Вы подчиняетесь не Путину. Путин-то вам выходные дал, берите. Что ж потом его свергать-то идут, елки-палки. И более того, а что будет, если, ну вот, придет добрый царь? А, грубо говоря, ваш князек местного розлива как требовал работать в выходные, так и требует. Вы скажете ему нет? Вы не можете сказать ему нет. И потом эти рабы идут свергать там высшую власть какую-то. Так ты не скажешь нет своему князьку. Причем тут высшая власть? Короче, друзья, о чем будет стрим? Он будет полностью практический. Вот сейчас без привлечения говорю, я полностью не буду раскрывать, что будет на стриме. Но если у вас есть такая цель, у вас будет возможность зайти на стрим, откровенно говоря, рабом, пусть это никого не обидит, а выйти с него уже с огромным прибытком самоуважения, свободным человеком. Короче говоря, будет практически стрим. Если я смогу технически наладить демонстрацию экрана, будет супер. То есть я вам буду показывать, что на экране происходит. Если я не смогу это сделать, мне придется экран у себя открыть, а вам словами описывать, что сейчас происходит на экране, если кто-то захочет повторить. Я, друзья, научу вас получать свободу. Попробую реанимировать кого-нибудь. Попробую реанимировать человека в человеке. Потому что даже в самом последнем рабе, может быть, где-то есть остатки человека, которые можно реанимировать, пополивать немножечко, поврачевать и взрастить в полноценного человека. Короче говоря, друзья, все, больше не раскрываю. Но в среду будет убойный стрим. Убойный и интересный. Поэтому приходите в час в 13:00. По Москве 5 мая. Почему такое время? Именно так как время рабочее, оно нацелено как раз, ну вообще установка этого времени, как раз на тех, кто будет работать в выходные. На тех, кто мало того, что раб, так еще и молчит об этом. Да, отработал, никуда не жалуется. Короче говоря, на определенную публику, друзья. Все-таки, может быть, человек оступился. Может быть, действительно раб, и ему на роду написано вот под ермом ходить. А может быть оступился, может быть где-то струсил, все-таки дрессируют, ломают с детского сада. Может быть можно еще человека реанимировать. Короче, в 13:00 будет очень убойный стрим, скажем так, с практическими юридическими занятиями. Немножечко вот так вот проанонсирую тему, спойлерну. Да, практическая юриспруденция у нас будет прямо в прямом эфире. Поэтому, друзья, всех жду, я думаю, что он недолго будет идти, пару часов может быть, может чуть больше. Сколько понадобится? Сколько понадобится для решения вопроса? Реально сможете за 2 часа человеком стать? Все зависит от вас. Все зависит от вашего желания и решительности. Все. 5 мая, 13:00. Жду.